Привет, уже не доктор на связи, с вас лайки, потому что у меня сегодня днюха, и я вот буквально перед выходом в ресторан записываю для вас этот биткоин, эфириум и альткоин обзор. И только по этим двум пунктам необходимо поставить лайк, потому что прогнозы платные, стоимость, лайк, подписка, колокол. И чтобы не терять времени, сразу же перейдем к делу. Но нет, все-таки чуть-чуть потеряем. Смотрите, ребята, вот у меня есть ссылочка в описании, телеграм-канал. Обязательно подпишитесь на мой телегу, потому что здесь уникальный контент. И сегодня я выкладывал видео 11-минутное именно чисто для телеграм-канала, где я объясняю свои мысли по поводу того, что этот бычий цикл будет похожим на тот, который был в 2013 году. И, скорее всего, летом нас с вами ждет очень глубокая коррекция процентов на 50-60 всего криптовалютного рынка. Ну и там еще, конечно же, я и про Дейзи рассказал. Куда же без него. Поэтому туда после этого видео подписываемся и смотрим то самое видео. А теперь уже можем приступать непосредственно к анализу рынка криптовалют. Давайте мы начнем по порядку. Начнем мы с биткоина. Биткоин демонстрирует попытки преодолеть диапазон сопротивления, который мы вчера с вами рассматривали во вчерашнем прямом эфире. Давайте посмотрим, что здесь у нас происходит. Что творится? Что же происходит? Так. Диапазон сопротивления 59 тысяч долларов. Было два пробоя, но все-таки еще пока что нужно подняться еще чуточку выше, закрепиться хотя бы 4-часовой свечечкой. Ну вот не удается. Но я думаю, что все-таки попытка эта увенчается успехом, так как у нас здесь несколько паттернов были пробиты в сторону роста. Вчерашний паттерн, который мы рассматривали, двойное основание цели, выполнил. А вот этот вот маленький, который мы вчера именно на прямом эфире встретили, здесь у нас есть еще перевернутая голова плечи не совсем правильной формы. Ну или можно здесь как тройное основание тоже его рассматривать с целями в 63 тысячи долларов. Тоже, я думаю, что будет выполняться. Ну и не следует отменять ту самую вот эту здоровую перевернутую голову плечи, которая тоже у нас здесь есть, с целями еще выше, да, там 64-600. Ну, у нас тут ближайшее сопротивление, много сопротивлений на самом деле, большие диапазоны сопротивлений, очень много мы торговались именно в этой области, потому что у нас сейчас, по сути, боковой тренд, у нас период консолидации. Если посмотреть более так вот обширно, то здесь даже в некоторых местах напоминает такую расширяющуюся формацию, именно такую здоровую, здоровенную, да, с верхней границей, которая сейчас находится на уровне где-то чуть ниже 68 тысяч долларов по текущему значению времени. Вот 67-68 тысяч. То есть, если брать именно так более долгосрочные трейды, то, конечно, верхнюю границу я бы брал бы именно ее, вот эту зеленую линию, поэтому 68 тысяч я бы видел бы границу сейчас. И какое-то продолжение роста после ее пробития. Но это уже так, немножечко в будущее заходя, хотя я думаю, что мы еще поколеблемся на этих уровнях какое-то время, биткоин нас, скорее всего, с вами будет мучить, потому что нам с вами необходимы условия для того, чтобы биткоин-доминирование все-таки спустилось к 40%. Кстати, кто не видел еще вчерашний прямой эфир, очень рекомендую его посмотреть. Мы там очень большое количество альткоинов затронули, поэтому тоже после того видео в телеге приходите смотреть вчерашний прямой эфир. Так что запасайтесь там чайком, еще чем-нибудь полезненьким, вкусненьким. Вот теперь давайте мы с вами быстренько посмотрим на эфирчик. Эфирчик продолжает наше движение. Так, мы вчера с вами в прямом эфире смотрели на эфирчик. Прямой эфир, эфирчик. И здесь у нас, во-первых, перевернута голова плечи. Вот она, против эфир, против биткоина. Вот она, линия шеи. Вот она, тестировалась многократно. Сейчас цены пошли в рост, тем самым еще также пробивая нисходящий локально трендовый канал. То есть он был тоже пробит. Давайте его тоже посмотрим, потому что вчера во время прямого эфира он не был еще так сильно выражен. Давайте посмотрим, что здесь произошло как конкретно. И посмотрим конкретно по нему цели против битка, да? Эфир против биткоина. Так, и по конкретно по этому пробитию целюшки у нас. Целюшки. Вот они тут. Цель получается 63 тысячных биткоина за одну монетку. Но я так полагаю, что все-таки эфир продолжит свой рост и против биткоина, и уж тем более против доллара.
В среднесрочной перспективе я вижу его дальнейший рост до значений, которые мы вчера в прямом эфире рассматривали, там 66 тысячных биткоина за монету и даже 85 тысячных. Ну вот цели по данной перевернутой голове плечи 66 тысячных биткоина за монету. Вот это совпадает с теми уровнями, которые мы вчера с вами также рассматривали во время эфира. Так, давайте где-то там у нас где, вот хочется побыстрее найти все. Так, где эти уровни? Да, вот они. А, ну, в принципе, мы, собственно, это все и рассматривали вчера здесь. Да, да, мы здесь W-паттерны с вами смотрели, да, и были свои цели, но они выполнены не были. Тут был ложный пробой. Ну, рынок, друзья мои, нагрет-перегрет. Все довольно-таки опасно и сложно. И я думаю, что летом нас с вами все-таки ждет серьезный обвал. По всему и вся, и по биткоину, и тем более по альткоинам. Поэтому уже сейчас, напоминаю, что-то держим в долларе на случай удобных моментов для захода. Я думаю, что вполне вероятно, что текущий бычий цикл будет состоять из двух серьезных огромных волн роста. И это хорошая новость для тех, кто пришел на рынок сейчас. Но вот вам сейчас нужно быть поосторожнее, приберечь свои денежки для более удачного захода. Если все-таки случится так, как я предполагаю, то будет удачной точкой для входа, она уже будет летом. То есть, если все-таки этот цикл будет похожим на цикл 2013 года, то мы с вами получим второй шанс в этом бычьем забеге озолотиться еще разочек. Поэтому доллар обязательно должен быть. Так, давайте еще парочку моментов. Вчера, значит, дал сигнал по криптовалюте AVAX. Значит, смотрите-ка, у нас что здесь произошло. AVAX против биткоина. Здесь у нас фигура тройное основание. Линия шеи была пробита. Сейчас происходит тест этой линии шеи. Цели по данной фигуре составляют цену 0.3086 биткоина за одну монету. А от текущих значений цен это почти 30%, а от линии шеи 33%. Я думаю, неплохая сделка, неплохая возможность для того, чтобы приумножить свой биткоин. Биткоин, это еще имеет место быть. Теперь, значит, просили освежить информацию по Aragon. Значит, пробитие состоялось вчера. Я говорил заходить еще у нижней границы данного симметричного треугольника. Вот здесь вот мы уже с вами в хорошем профите. Кто заходил вместе со мной, кто на мою телегу подписан, те, кто смотрит мой канал регулярно, все уже в профите, зашли сюда. Но, значит, тут отличная точка для входа. Пошел возвратный ход тестировать верхнюю границу данного симметричного треугольника. Цели сохраняются, и это 2 икса, ребята. В биткоине целями у нас являются 0.0033 биткоина за одну монетку, монеточку Aragon. Так что позиции держим, не забываем про стоп-приказы, само собой, не на всю котлету, ребятушки, но все-таки я лично залетел в эти монетки, я жду от них профита. И еще давайте Тезос, очень просят люди, что с Тезосом. Я вчера в прямом эфире, ребята, говорил, что пойдем тестировать уровень 1194 сатошика, 0.301194. Так, собственно, сегодня и произошло. Я вчера отмечал уровни, где его следует фиксировать частично, где его следует распродавать. Лично я ставлю цели его дохода до 2422 и до 3815. То есть именно на этих уровнях я буду большую часть его фиксировать и продавать. Часть я уже зафиксировал вчера, выставив еще предварительно позавчера ордер на уровне 1463 сатош, который я еще отмечал во время прямого эфира недельки две назад. Эти уровни все были отмечены, и мы видим, что они все отлично отрабатывают. Поэтому, ребята, делаем скрин, запоминаем все эти вещи и действуем либо по методу передвижения стоп-приказов по мере преодоления данного уровня, либо распродавая свои позиции по стратегии усреднения, выходим из данного альткоина в биткоин, а в биткоине уже по ситуации либо холдим, либо переходим в другие альты, либо выходим в доллар. А все лучше делать что-то среднее, распределяться между всеми этими стратегиями, и тогда
диверсифицируя риски, вы имеете меньше риска остаться у разбитого корыта. Вот, собственно, такой вот обзор на сегодня. Продолжаем получать жирный профит. Заходим в AVAX, заходим в другие альты, которые я сегодня показал. Aragon, Tezos имеют отличные сейчас точки для входа и для усиления позиций. Но, ребятушки, не забываем о рисках и не забываем, что следует заходить со стоп-приказами. Рынок перегрет, альткоины перегреты. Я вчера об этом говорил во время прямого эфира по поводу фуры. Груженой фуры, которая уже практически рядом с нами, движется по шоссе, и мы решили перебежать дорогу в неположенном месте. Вот участие сейчас на рынке в альтах, это вот что-то похожее. То есть ты как бы, или как игра, знаете, скользкий рельс. Успей спрыгнуть с рельса, когда там движется поезд, как можно там, в последний момент. Вот это то же самое. Очень опасно, поэтому, понимая, признавая эту опасность, соответственно, регулируем свои позиции, размеры своих позиций не на всю котлету. Риск-менеджмент – наше все. Кстати, у меня есть видео по поводу риск-менеджмента, я оставлю его, ссылочку на него в описании, если кто еще не видел. Ребят, пожалуйста, смотрите видео по риск-менеджменту. Я его записал еще зимой, понимая, что рынок уже достиг определенных значений, где уже пора немножечко сбавить обороты и подумать о своей безопасности. Вот. Но его почему-то мало смотрят. Смотрите. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Увидимся с вами завтра. Пока.